Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Павел, и я рад видеть вас на своем канале. И сегодня мы будем подключать светодиодную ленту на 12 вольт. Конечно, сделать это достаточно просто, но у многих людей возникают вопросы, поэтому данное видео, думаю, будет не лишним. Итак, для подключения светодиодной ленты на 12 вольт вам потребуется блок питания с 230 вольт переменных на 12 вольт постоянных. Лучше брать с запасом, то есть вот 5-амперный блок будет вполне достаточно. Сама, собственно, светодиодная лента на 12 вольт, это у меня 5730, одна из лучших светодиодных лент из Китая. Ну и, собственно, провод питания, который будет подавать 230 вольт на блок питания. Как сделать данный провод, я приведу фотографии тут сбоку. Так, что касается подключения, собственно, самого блока питания. На блоке питания видны надписи, то есть L это подается фазный провод, N это нулевой провод, то есть это подается питание 230 вольт. Дальше значок заземления, если у вас трехжильный кабель, то желто-зеленый провод садите сюда, заземление. Дальше выходы, минус и плюс. На светодиодной ленте есть два провода, красный и красно-черный. Красно-черный это минус, его садите на минус, а красный обычный, соответственно, плюс. Что же, давайте подключим и посмотрим, что у нас получится. Итак, белый проводник нам надо посадить на фазную клемму, синий на нулевую. В данном случае, конечно, это не столь важно, но все же лучше соблюдать цветовую маркировку, выработать хорошую, так скажем, привычку. Так, подключили. Теперь, собственно, сама светодиодная лента. Подключаем минус. Подключили. Подключаем плюс. Подключили. Предварительно перед включением еще раз все проверяем, чтобы все было верно. Все верно. Далее. Подаем питание 230 вольт. Включаем. Наш сетевой фильтр включили. Ну и сейчас включаем клавишу. И как видим, светодиодная лента загорается. Ну, в общем-то, на этом и все. Если данное видео оказалось вам полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи, всем мира, с вами был Павел. До новых встреч!